Всем привет! Сегодня 17 апреля, Московская область. Хочу вам показать миксбордер «Ривьера». Создавала я его в мае 2020 года. Располагается он вдоль забора и вдоль фасада дома. Край у цветника неровный в виде волны и обрамление камень на сухой кладке. Вкратце хочу вам показать, как вышли из зимы растения. По краю я из семян выращивала овсяницу сизую, обрезала, потихоньку отрастает. Здесь уже из-под снега зеленым ковром вышел чабрец ползучий, очень декоративная пряная трава, образует зеленую подушку, которую хорошо глушит сорняк. Очень декоративно смотрится, как только сошел снег, зеленые такие ковры, замечательно. Это в прошлом году прям маленькая гортензия метельчатая Diamond Rouge, низкая обрезка. Посмотрим, почки уже набухли. Вероника, вот она, просыпается. А здесь у меня на штамбе в 2021 я сажала лиственницу пендула. Вот, очень маленькие дают приросты. И, кстати говоря, у меня на участке 5 лиственниц. Из них 4 плакучие формы. Вот единственная пендула в прошлом году зашишковалась и довольно-таки много шишек дала. Вот такие чудеса. Кстати, я уже смотрю, это вот тоже будущие шишки. То есть будут еще в этом году. Мне не очень они нравятся, потому что портят внешний вид. А все-таки лиственницы, она не такая пышная. Ну, посмотрим, как в этом году. Перезимовала хорошо, ничем не укрываю. Две гортензии крупнолистных у меня вдоль фасада растут. Здесь Солонг Сани и Солонг Роуз. Я накрывала два слоя 60-кой. До сих пор материал лежит. Почему? Потому что днем открываю, на ночь закрываю, потому что еще заморозки до минус 3. Перезимовала она средние, ну, потихоньку восстанавливается, вот из-под земли выходят, уже открылись почки, довольно-таки много. Посмотрим, как в этом году. Это два сорта ремонтантных. Зацветут, не знаю, но я очень жду. А вот Солонг Роуз тоже восстанавливается. Где-то даже на старых прошлогодних ветках вот они почки открываются. Но я сейчас не обрезаю и вообще ничего не трогаю, буду смотреть, как она у меня обрастет уже зеленой листвой, и тогда уже будет видно, что обрезать, что оставить. Горная сосна, у меня их несколько, это сосна на штамбе, сейчас отойду, покажу. А здесь по краю лаванда, перезимовала в принципе нормально. Уже появляются клювики, это хосты. У меня хост довольно-таки много, гибридные, красивые. Почвопокровники, седумы. Вот она тоже, хост уже появляется. Хочу вам показать еще такое травянистое растение, многолетнее. Называется сангвинария канадская. Великолепное растение, наблюдать одно удовольствие. Когда выходит из-под земли стебель, лист обнимает полностью стебелек, затем лист открывается потихоньку, выходит бутон, но здесь вот до сих пор видно, что лист обнимает стебель. Вот, и потом он раскрывается, лист такой крупный, резной. Здесь появляется цветок ярко-белого цвета с желтой тычинкой. Великолепное растение. Покупала у коллекционера буквально стаканчики по 9. Вот, вот таким малышом. И вот подземными почками он размножается. Видите, уже довольно-таки большая куртина. Но растение замечательное. Вот, как я уже говорила, видите, сейчас поближе вам покажу, чтобы видно было. Вот он, стебель выходит. Листик его обнимает. Бутон. Он будет подниматься и раскроется. Вот так. Редко встречается в садах, но зрелище великолепное. Метельчатые гортензии, у меня их много, наверное, штук 15, а может быть уже и больше, надо посчитать. Я обрезаю их в основном с осени, а весной только корректирую. Это уже лиственница японская Стив Випер на штамбе. Штамп примерно метр
55 или 50. Вот здесь прививка, если видно. Мне показалось, она низковата, и я увеличила штамп за счет поднятия веток. Вот позапрошлой, по-моему, осенью я подняла ветку. Вот она, видите? То есть была вот такая ветка, вот, с карандаш толщиной. И вот уже, смотрите, какой ствол образовался. Это уже не ветка, это уже ствол. И штамп я подняла больше, чем на 2 метра. Здесь, наверное, 2,10. Вот, вбила металлический кол и подвязала. Смотрите, теперь вот такая была. Сейчас отойду, покажу, какая высота. То есть выше штамба расти не будет. Если вы хотите увеличить крону, высоту кроны, то только за счет поднятия ветки, как сделала это я. Сейчас это смотрится, может быть, не очень казисто, а обрастет хвой, будет красиво. У Стив Випера хвоинки такие сизо-голубого цвета. Если у других, допустим, у пиндула зеленая хвоя. Здесь у меня сидит хаутюня, но это позднее растение, еще не вылезло из-под земли. Ну, конечно же, гортензии. Это морозник абхазский, тоже приобретал у коллекционера в стаканчике П9. И вот за 3 года такой красивый большой куст. Великолепные морозники, я их очень люблю, потому что еще лежит снег, а уже вот такие цветы. И цветок держит долго. Вот он, считай, с марта цветет. Цветет он массово, обильно, красиво. Вот. Еще у коллекционера, у этого же я покупала сиенец вечно зеленого рододендрона. Буквально было вот такое растение в 4 листика сиенец. И вот за 3 года, считает, ему, наверное, уже 4 года, я надеюсь, что это цветочная почка, и она в этом году зацветет. Конечно, если вы хотите быстрого цветения, нужно, конечно, покупать уже готовый взрослый куст. Я вот 4-й год жду, ну, 3 года получается. Надеюсь, что зацветет, хочу посмотреть. Вечно зеленый, ничем не укрываю. Вот как посадила 4 листика сиенец, вот так он и растет. Единственное, в прошлом году я вот такую опору еще подставила, потому что он такой раскидистый, видите, уже становится. Горная сосна. Аквилегии вышли. Сильно по цветнику еще ходить не могу, потому что много луковичных просыпается. Так, это тоже лиственница на штамбе, но это уже корник. Это не плакучая форма. Растет вверх. Строго вверх, но я держу и эту крону шариком. То есть ею подстригаю. Вот видите, да? Уже выбиваются ветки, но она когда уже обрастет, я буду подстригать ее. Не люблю, когда крону отпускаешь, начинают вот эти стрелять ветки, и она такая непонятной формы становится. И все время стремится вверх. И чтобы создавать компактную форму, я просто ножницами подстригаю, придаю форму шара. Тогда очень красиво смотрится. Вот так. Тоже сажала в 2020 году. А здесь по краю лаванда. Вот она. Вся лаванда, которая растет у меня на участке, это более 60 кустов. Я выращивала из семян. Потом что-то самосевом. Вот. Также в прошлом году осенью я разделила чабрец ползучий. Тоже хочу, чтобы образовывались зеленые куртинки. Очень декоративно он смотрится. Знаете почему? Потому что уже из зимы, он из-под снега, он выходит зеленым. Дальше декоративное цветение. 1000 бабочек, 1000 пчел здесь. И закрывает голую землю. Особенность, когда растения только начинают просыпаться. В основном-то это голая земля. Растения еще стоят голые, а вот чабрец, он помогает вот освежить цветник своей зеленью. Ну, дальше у меня здесь тоже метельчатые гортензии. Здесь кизильник стелющийся, тоже очень хорошее растение в плане, забивает хорошо сорняк, не растет. Из-под снега выходит уже зеленым, вот таким, как вы сейчас его видите. Тоже великолепное растение, растет подушкой. Иногда выстреливают веточки вверх, можно их подрезать. Так он горизонтально, великолепно смотрится. На заднем плане вдоль в
всего, видите, заборы, вот стоят такие стрелы. Это можжевельник скальный Blue Row. Обожаю эти можжевельники. Замечательно. Буду подстригать новым инструментом. Я вам чуть позже покажу, когда начнутся хорошие приросты. Чтобы держать крону плотной, нужно, конечно, стричь. Но на зиму я, конечно, заматываю веревкой, потому что снег у нас тяжелый обычно и может развалить. Ель колючая на штамбе на низком, название, к сожалению, я не помню. И вот я говорю о чабреце. Смотрите, еще голый цветник, растения толком не проснулись, а вот эти вот куртинки зеленые, они, конечно, освежают. Разрастается еще быстро, очень благородное, очень неприхотливое растение, мне нравится. Вот побольше хочу его размножить. Вот где, видите, еще материал лежит, это у меня все накрываются крупнолистные гортензии. Это уже другой сорт, называется, насколько я помню, это «Три сестры». Тоже накрывала также двойным спанбондом, 60-кой, в 4 слоя. И вот... Конечно, не очень она перезимовала, но восстанавливается. Смотрите, как отходят почки, зеленеет все. Тоже на ночь все закрываю. В той, уже не буду к той гортензии подходить, там то же самое. Все она отходит, восстанавливается. Можжевельник стелющий Минджулип. Обожаю этот можжевельник, красивый. Там еще на заднем плане это барбариск красный, Red Scarlet. Вот о чем я говорю, что сильно по цветнику еще не походишь, потому что вот первоцветы, вот мускарики вышли. Вот такая мелкая красота растет. Вот. Здесь у меня и лилии растут. Я специально палочки поставила, чтобы не затоптать. Вот они, лилии выходят. Такие тоже малыши. А здесь у меня декоративный чеснок. Я в прошлом году делила. Вот. Рассаживала уже куда могла. Это другой сорт морозника. Я его привезла в мае в прошлом году. Сдача в Сочи была. И выкопала небольшим. Вот прижился. Тоже замечательно. У меня много вот аквилегии. Я ее выращивала из семян в прошлом году. Вот аквилегия. Это древовидная гортензия. Тоже, смотрите, вся на почках. Просыпается. Низкая у меня обрезка. Это гортензия спирея проснулась замечательно. Горная сосна, тоже метельчатая гортензия. В прошлом году досажала дельфиниум уже готовым растением. Смотрите, как он такой ранний, прям уже столько листвы. Где-то даже насеялся, я смотрю. Красивый цвет, темно-фиолетовый с белым глазком. Тоже гортензии, где палочки стоят, там лилии, кизильник блестящий. У меня здесь несколько кустов. Перовский, вот она стоит. Видите, как просыпается, почки уже видно. Тоже перовский, красивое растение. Там перовский у меня, вот тоже куст перовский. Здесь плохо видно, но вот здесь хвой посажены, это черенки метельчатые гортензии. Здесь перистая гвоздика. Сейчас сниму общий план. Это вдоль фасада дома. Так. Вкратце показываю. Так, в принципе, все неплохо-то перезимовало. Это шелковица на штамбе. Сейчас она еще не показывает, живая она или нет. Но в нашем районе, в Московской области, шелковица очень поздно просыпается. Но я вижу, что есть почки. То есть живое дерево. С 20-го года у меня растет. У меня их два. Вот здесь одно и потом чуть позже покажу. Шаровидные туи. Здесь небольшой розарий в обрамлении лаванды по кругу. Высажены три розы. Две парковых и одна еще какая-то. Вот эта роза и эта роза перезимовала на четверочку, это на пятерку. Посмотрите, ни одного черного побега, вся уже не то что в почках, уже в листьях.
Вот такая красота, посмотрите. Парковая роза, вот эта парковая, она бело-абрикосового такого цвета. Это роза чайно-гибридная, желтого цвета. А это красная, тоже чайно-гибридная. Вот они перезимовали на четверку. Ну вот это вообще даже зеленое листво. Я когда открывала, накрывала я их просто спанбондом в один слой, поставила быстро дуги и просто вот так прикрыла камнями, зафиксировала. Вот так они у меня зимовали. Великолепная роза, прямо она для нашего климата. Эти вот каждый год у меня чернеют. Да, великолепно. Смотрите, какая подушка перистой гвоздики. Огромная стала. Цветет тоже великолепно. Кто-то у меня просил гвоздику прислать. Нужно на почте письмо посмотреть. Кто-то просил выкопать, продать. Вот такая подушка. Листва сизо-голубая, великолепная. Тоже туя шаровидная. Ослиные уши, вот они. Так, давайте подойдем. Это ива хакуранишики на штамбе. Перезимовала в этом году. Мне не нравится, как она перезимовала. Уж не знаю, она еще не проснулась. Пока вся сухая стоит. Почка вообще не видно, что есть или нет. Некоторые кончики веток черные. Я буду, конечно же, обрезать. Но я обрезаю каждый год. Кончики веток чернеют. Ну, прививка, посмотрела, она нормальная. Видите, вот она. Она не черная, не подопревшая, ничего. Нужно будет расслабить хомут, вот этот черный. Вот он. Потому что скоро будет впиваться, чтобы ни перетяжка не образовалась. Ну, здесь вот и хосты вылазят потихоньку. Вот они, видите, везде первоцветы только начинают. Вот. Поэтому не походишь. Так. Лапчатка, вот она. У меня их два куста. И вот она, лапчатка. Здесь будлея. Вот будлея еще пока я не вижу, что она как пережила на зиму или нет. Это вторая зима будлея. В прошлом году замечательно перезимовала. Великолепное растение, конечно. Так. Это кипарисовый горохоплодный. Не знаю, в этом году он мне не очень нравится. Как он выглядит, ну посмотрим. Маленький совсем. Это Green Carpet, стелющийся можжевельник. Ой, такой великолепный. Он колючий, правда, но он настолько плоский. Вообще тоже он, знаете, как почвопокровник. Разрастается не быстро, но и не медленно. Я его покупала-то, ну, небольшим растением. Наверное, в горшке... трехлитровым. Вот смотрите, какая уже картинка получилась. Здесь тоже можжевельники голубые. И посередине это туя смарагд. Я поставила на штамп в виде чупа-чупса. Еще не подстригала. Убираю все нижние ветки до развилки. Вот она, развилочка, видите. И все, и здесь уже формирую крону. Плотная, как вы можете видеть. Это почему? Потому что я стригу несколько раз за сезон. Поэтому такой чупа-чупс получается. Вот вторая будлея. Вот тоже пока не видно. То ли перезимовала она, то ли нет. Ничего не могу сказать. Еще почки не раскрылись. Посмотрим. Это глициния Blue Moon. Оно у нас зимует. Ну вот оно растет уже. Получается, сколько? С 2020 года. Вот они, почки красненькие. То есть она вообще вся живая. Но я до сих пор жду, когда же она зацветет. Очень мощные побеги, которые обвивают ту поверхность, которую вы ей дадите. Она вот-вот уже заплела сколько. Ну, жду. Жду цветения. Гортензия. Пинки и винки. Тоже голубой можжевельник стелющийся. Это пихта корейская. Как же ты тебя зовут? Все забываю. Силберлок. Вот. Видите, какая красавица уже. В прошлом году я вам показывала великолепные шишки. Фиолетовые. Замечательные растения. Чем она интересна? Что у нее хвоя зеленая. А если с другой стороны смотреть... она такая сизо-белая, что ли, как объяснить этот цвет. Очень красиво вывернутые хвоинки.
лаванда, как обычно. Это бадан. Вот они, хосты, выходят потихоньку. Это очитки почвопокровные, Red Dragons. В прошлом году посадила... Так, сейчас вспомню, скажу. Так, что здесь? Тоже вот баданы, почвопокровники у меня здесь по краю. И вот хосты тоже. Это гортензия. Вот. Сейчас издалека вам покажу общий вид. Это уже край цветника, ближе к воротам. Здесь у меня, как я уже сказала, подстилка конская постелена толстым слоем. Когда я создавала цветник, здесь очень толстый слой конской подстилки, чтобы забить траву сорную. Потому что у нас очень трава сорная, никакого газона нет, просто сорная трава косится, и она образует вот этот это зеленый ковер из сорной травы. Дабы избежать здесь засорения, потому что мне некогда сидеть здесь траву полоть. Вот, начиная от ивы хакура нишики, здесь застелен укрывной материал. И сверху конская подстилка. А вот уже от ивы в ту сторону, там конская подстилка поселена на голую землю. Но предварительно я прокладывала картон и только тогда конскую подстилку стелила, чтобы сорняк не прорастал. Но так как уже что-то здесь пересаживалось, что-то копалось, поэтому часть уже конской подстилки земля съела, нужно подсыпать. Вот в этом году я уже заказала, привезут мне с ипподрома конскую подстилку перепревшую. И буду застилать, потому что трава пробивается в некоторых местах. Я не люблю, когда сорные цветники. Земля у меня тяжелая, суглинок. Вот как раз это и подпитка для земли. Вот так общий план цветника. Вкратце рассказала вам. А здесь на опорах, вот у меня их три опоры, там растут. На одной из них это блюмун, я вам показала, глициния, а на двух это княжики растут. Вот так вот. Конечно, еще цветник такой полупустой. Вот, растения еще не все проснулись. Но летом, конечно, будет красота. Я вам его довольно-таки часто, этот миксбордер, показываю. Но это все, что хотела я вам сегодня показать. Чуть позже хочу снять еще. У меня два цветника. Это каменный цветок и Венера. Создавались они в прошлом году. Чтобы время не затягивать, вот начну с Ривьеры. Надеюсь, вам видео понравилось. Подписывайтесь на канал, заходите в телеграм-канал, тоже подписывайтесь. Буду вам рада. Я вам желаю всего самого хорошего и всем пока.